Советского информбюро. Так, ну я думаю, на гонку у нас где-то пару-троечную СК выйдет. Я думаю, вообще мы полгонки будем ехать под СК. Сначала на первом круге кто-то убьется, обязательно в сэндвоте. Я удивлюсь, если реально у нас будет максимум пару контактов в сэндвоте, и никто там не помрет. Погнали. На всякий случай лучше один медиум иметь, потому что... Расхрен сидеть крыло, это... Дело в 5 секунд. Так, это что у нас впереди едет? Блять, ебать меня в сраку. Yes. Так, ну, в принципе, мне нравится начало. В принципе, да, как я и рассчитывал, такой же путь, как начало. Блять! Ай, блять! Ай, блять! Ой, я в твою мать! Я знал, я просто, я уже... О. Умеем, могём, практикуем, так сказать. Твою мать. Вторая квала подряд. Супер. Ну что, пацаны, с последнего места стартуем. Вот самый главный элемент этого этапа я запорол. Это просто охуенно. Серьезно, вот где угодно, на любой трассе можно запороть квалу, это не будет так сильно ролять, как в Монако. В Монако, блядь, запороть квалу равно, блядь, проебать в принципе всю гонку. Я говорю, пару сейфтикаров будет, самое главное, что я стою сейчас в конце пелотона, скорее всего. Из-за этого я могу спокойно подождать, пока народ там в сэндвоте, кто хочет погеройствует, поубивается, и сразу там пару-тройку позиций отыграю себе. Но проблема в другом, что дальше будет отыгрывать пиздец как сложно. Со стороны, ну, может, первые 10 кругов интересно смотреть, но дальше, ну, это ж полный трэш, там... Никаких смен позиций не будет. Ну, конечно, да, тут будет пытаться на подоске прорваться, но, блин... С конца прорваться в Монако, это сложно будет. Но до первой позиции вот навряд ли. Вот прям навряд ли, потому что, ну... У Потапова девиза будет большущее время оторваться от Наподовского. Ну что, чилим почти 13 минут. 13 минут спустя. Ладно, поехали. Пиздец начинается. And it's lights out and away we go! О, полетели, о, ёпту! Блять! Так, один уехал в отбойник. Еще чей-то... Чё-то крыло. Блять! Просто Монка С. Этап. Не буду лезть? Блять. Да что ж вы так до нуля-то замедляетесь? Братан, Celebration, прости. Не хотел с тобой контакта. Ебать тут обгоны. Шпильки. ТП было. Честно, я сейчас обосрался, когда передо мной прям вот болит Red Bull, так ТП-шнулся. Так, все, первые люди поехали на пит-стоп. Крыло целое, самое главное. И мы живы. Все. Минус один, отлично. Что за паровозик там едет? Там уже 5 болидов едет, как минимум. О-хо-хоу! О, сад! Вот это будет весело сейчас. А не, Реношка поехал на пит-стоп, окей. Okay. Все, сейфти кар. Сейфти кар. Первый СК выехал. Окей. Ждем дальше. Блин! Блять, ебаный в рот. Блять. Еб твою мать. Машина впереди, проблемы с топливом. Вот. Типа в плане, у него он себе слил много топлива и на необгощенке сейчас едет, что ли, всю трассу. На подоске пошел ставить. Чикруги, братан, ты что тут медленно ты едешь? Вот, плюс штраф у него вот гарантированно. Он очень широк. И вот как я его должен опередить? Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный... Братан, ну ты же видишь, что я начинаю лезть.
Спасибо. Блин, ну он забросил колеса, из-за этого я улетел широко. Ну типа, а в Монако никак по-другому. Ты либо лезешь куда-то вот так вот опасно и поддеваешь в случае чего, либо ты, блин, сосешь, едешь позади. Блять. Типа, ну, ты просто жопа, не тап. Типа, потому что я понимаю, что я сам вот лезу в таком месте, где, ну, лучше не пытаться. Ну, блять, а что мне еще делать? Всю трассу, что ли, ехать за ним, блин? Едет там, блин, почти секунду медленнее, чем я. И мне стыдно перед человеком, что я вот, по сути, его в отбойник тогда отправил. О, блядь. 9 секунд. Я, наверное, рекордсменом буду на трассе. Кто заработал больше всего штрафов. Танкофоб, ты не мог чуть пораньше туда сдохнуть? Сука, я ж только пит-стоп сделал кругом пранья. Ёпаный в рот. Оу, оу, оу. Здрасте. Я смотрю, мне еще такое предупреждение отыскать, типа, впереди вас, ну, Голдман едет медленнее, вы можете его обогнать. Я такой, хм, в плане. Ну, я понял, в каком плане. Он там раскорячился. Да мать мою, блядь! Уже орать хочется, блядь. А, позади меня Z-Mirror что заезжает. Он, ну, как бы лидер в данный момент. Ну, давай, алё, пускайте. Что за, блядь, выпуск такой, блядь? Ёпросто. А теперь самый охуенный момент. Я всех позади себя буду сейчас пропускать на круг. Отлично, вот. Блядь, ёбаный в рот. Ёбаный, блядь. Рот этой эвки, блядь. То, что по логике вещей, ну, я должен сейчас просто обогнать Z-Mirror, обогнать пейскар впереди идущий и просто пойти на круг. В круг с лидерами, так сказать. А не заниматься хуйней, что сейчас, блядь, еду за, блядь, Z-Mirror. И как бы буду по итогу потом пропускать позади идущим. Потому что, блядь, я ж на круг отстаю. Когда-нибудь Кодмастер починит свою игру, и можно будет обгонять под СК. Но не в этой жизни. Нет. Еще самый рофл в том, что мой напарник будет, по сути, я буду для него круговым. Блять, может уже сойти просто, но я не знаю, честно. Если в Испании я еще видел смысл продолжать, ну потому что, блять, камбэк можно было в очки, то тут я не вижу никакого смысла, блять. Если только уже не разъебется кто-то. Я пропускаю половину Платона. Хотя, может быть, забрать с собой Z-Mirror? Что, прям идеально, я еду позади него. Не, ладно, я не на такой же пидорас. Я думаю, за такой хуйню мне уж просто отвесят кикс-лиги. What the fuck? Мазафака. Да, блять, куда ты? Теперь самое интересное. Я начинаю ехать в него на хвосте. Как это было до моих пидстопов. Проблема в том, что теперь я, блять, в круге от него. Я еще от него дресс не получил. А, или у нас там запрещен, что ладно, он хуёво вышел, мне за счет этого я могу обойти спокойно и пойти в круг возвращаться. Найдите нахуй своими синими флагами, блять. Не буду его пропускать, его, он едет медленнее меня, блять. Да, сит вообще как-то плохо все. В том плане, что его я на 12 месте, а блин, на круг уже. Блять, что это за хуйня? Братан, блять, пропусти! Блять, что? У типа словно переднее антикрыло, блять. Ну ебать, на твоей позиции ничего не угрожает. Я ж, блять, вообще в круге от тебя, блять. Что ты творишь-то, блять? Просто в его случае меня проще пропустить, и я, блять, не буду пытаться сейчас давить где-то. Я просто сейчас задавлю где-нибудь, потому что мне просто по барабану. Я не буду сидеть за ним, блять, всю гонку. Лорен, я надеюсь, ты меня пропустишь. Позязя. Не надо упираться, что я круговой, блять, я стал не пропускать. О, спасибо. Нормальный человек. Мы с ним один хер за позицию не боремся, но я еду быстрее. Чтобы вот не испытывать эти попытки атак моих на себе, лучше пропустить. Да, блять, ёб... Понял в плане. Сзади меня нападовски. Оу, оу, май гад. Так ведь? Да. Ну, пресс F моему напарнику. Нормально, 10 место, опережаюсь на круг, блять, 12. Ну просто, короче, это пиздец, а не гонка на самом деле. У меня сейчас, по идее, еще Ричкинс. А, нет, меня не потеснил. Вау, я целое очечи заработал. Вау. Охуеть, блядь. Ну, кстати, по итогу, блядь, на подоске на первое место приехал. Ну, конечно, да, тут будет пытаться на подоске прорваться, но, блин, с конца прорваться в Монако, это сложно будет. Но до первой позиции вот навряд ли. Вот всей швали
моих критиков, моих завистников. Вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. В общем, это пиздец, честно. Ну, то есть, гонку я сам себе заруинил полностью. Я это никак не отрицаю. Никто мне ничего не руинил. Честно, мое мнение по поводу Монако, то, что эта трасса в лиге никак не должна, в принципе, присутствовать, потому что трасса, она не обгонная в онлайне вообще, блядь. То есть, в карьере она еще более-менее местами обгонная, потому что боты не действуют слишком агрессивно. Они не пытаются тебе закрыть полностью траекторию. Вот. Они тебе оставляют все равно место, то есть, ну, в том же на выходе из шикана из бассейна, ты можешь спокойно дайвить вовнутрь и пройти бота. Здесь ты задавишь человека, он в тебя въедет, потому что он в тебя повернет просто. В Монако в мультиплеере никак не обогнать.